Суд отправил под домашний арест двух задержанных в кафе на улице Волгоградской. Им вменяют незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия. По сообщению МВД по Оренбургской области задержаны более 30 человек. Однако для ареста остальных не было оснований. Это выяснилось в ходе заседания. Дознаватель объяснил, что необходимо проверить, не использовалось ли это оружие при других преступлениях, а также причастность подозреваемых к организованным преступным группам. Арестованные отказались давать показания.